Константин и Ольга Юшкевич. В браке они уже более 20 лет. У них дружная счастливая семья. Это именно тот случай, когда общая профессия объединяет близких людей, создает ощущение стабильности, надежности и взаимопонимания. Константин считает, что они с женой Ольгой могут причислить себя к категории счастливых людей. Ольга Юрьевна родилась в Екатеринбурге, получила хорошее школьное образование. С детских лет увлекалась театром, читала воспоминания великих людей и мечтала, как сама впервые выйдет на сцену, и ей будут аплодировать зрители. С будущим мужем они познакомились в театральном училище, куда вместе поступали. Он долго не смел признаться в своих чувствах. Девушка казалась ему очень серьезной, боялся, что не захочет с ним встречаться. Но сложилось все удачно. Они с первого взгляда понравились друг другу. После армии он вернулся на учебу, а ее учеба подходила к завершению. Их семейная жизнь начиналась в трудные 90-е. Свадьба была скромной и немногочисленной. Константин вспоминал, как взял костюм на прокат, а на обувь денег не хватило, так и пришел в ЗАГС в желтых ботинках. А ей девчонки одолжили белое платье. После свадьбы, чтобы немного заработать, супруги организовали любительский театр, но он вскоре распался. Вместе поехали покорять Москву. Жить пришлось сначала у знакомых, потом нашли общежитие. Он поступил в ГИТИС. Ольга работала в маленьких театрах. Потом ее стали приглашать в театр других городов. Но она отказывалась и осталась с мужем. У них двое детей – Евдокия и Екатерина. Константин очень дорожит семьей. С уважением относится к своим родителям, гордится дочками, которых подарила ему любимая жена. Семья для него все. Он серьезно относится к браку и не признает измен, называет себя однолюбом. Актер Юшкевич любое выдавшееся свободное время проводит в кругу своих близких. Все вместе часто выезжают на природу, развлекаются в аквапарке, ходят в кино. Между женой и мужем бывают ссоры, но они, как правило, недолгие. Две творческие личности всегда находят точки соприкосновения. Константин считает, что именно влияние второй половины повлияло на его успешную актерскую карьеру. Ольга верила в него даже тогда, когда он сам терял в себя веру.